Вода на нашій планеті існує з перших днів її створення. А такому поняттю, як купальний костюм, дослідники моди приписують вік лише у 100 років. Утім, за цей час відозмінитися він встиг не один десяток разів. Кожний новий сезон диктує власні правила щодо пляжної моди. Які вони цього року, запитаємо у нашої наступної гості – дизайнера Лілії Маріної. Доброго ранку, пані Лілія. Дякуємо, що завітали до нашої студії. Дякуємо, що з таким матеріалом, що можемо і показати нашим телеглядачам. Ну, власне, розпочнемо з кольорів. З огляду на те, що ось є у нас розкладено на столі, я так розумію, що це білий в тренді, чи це, можливо, моє помилкове враження? На самом деле, в тренді яркі цвіта, яркі принти. Вот сейчас достаточно разнообразная мода. Вот, но мое мнение, что купальник должен сочетать в себе функциональность и эстетическую составляющую. Он должен дарить своей обладательнице ощущение комфорта и уверенности в себе. Потому что мода – это понятие относительное, а вещи должны украшать и подчеркивать наши самые, скажем так, лучшие качества и фигуру, и скрывать какие-то недостатки. Отже, якщо говорити про кольори, тепер ще й з чоловічої моди, то там залишаються знову ж таки в тренді темні, чи ні? Ні, не тільки, не темні. В моді яркі, насичені цвіта, яркі принти, як я і говорила. Ну, власне, будемо рухатися далі. Давайте тепер поговоримо про фасони. Тому що, якщо зараз подивитися на подіуми і, власне, на статті у мережі з приводу того пляжна мода 2016, то це переважно суцільні купальники. Але я бачу, що ви принесли до нас і ті, що... Сейчас в моде и раздельные купальники, и совместные купальники. Купальники с воротниками холдер. Это как? Холдер, если вы покажете фотографии, которые я подготовила, мы сможем увидеть. Так, давайте попросим завести світлини на наш экран. Власне, зараз мы подивимося, ну і, власне, прокоментуємо, так, які бувають. О! Вот, сейчас мы видим купальники вот с элементами сетки. Вот, сетка тоже очень актуальна и модна, модная в 2016 году. Давайте дальше. Так, це суцільний. Вот, это суцільний, да, это совместный купальник из моей коллекции. Вот, элементы прозрачности есть, это тоже моя коллекция. Это же такая круизная коллекция. Это круизная, да. Я на самом деле очень уважительно и трепетно отношусь к пляжной моде. Этому доказательство есть то, что первая коллекция, которую я создала, и была круизной коллекцией. Мне хочется, чтобы женщина на пляже чувствовала себя настоящей королевой. И чувствовала себя уверенно в том, что она действительно выглядит очень красиво. Вот, поэтому... То, что вы видели. Давайте еще дальше посмотрим. Я все-таки покажу, что такое воротник-холдер. Ну, поки готують інші фотографії до перегляду, я пропоную вам поговорити знову ж таки про роздільні купальники, тому що їх існує величезна кількість. Зараз в моді і ретро з таки завищеними. Завищеної талії, так. Якщо чесно, моє мнення по поводу завищеної талії. Ці купальники йдуть на... на редкую фигуру, в основном на какой ты? На вот в основном на очень худеньких девочек, очень худеньких. Если есть, хотя, например, мне нравятся женщины с фигурой, у которых есть грудь, у которых есть бедра, вот таким женщинам, ну, правда, откровенно некрасиво и портит фигуру, делает, скажем так, длинную попу некрасивую, вот, поэтому я вот опять-таки подготовила несколько фотографий, которые ярко демонстрируют то, что фигура в этих купальниках смотрится, ну, не очень хорошо. А я опять-таки подчеркиваю, что мода относительна, надо выбирать вещи, в тех, которых комфортно, и которые подчеркивают красоту и, ну, и индивидуальность каждой фигуры, а не наоборот гнаться за том, что это модно, если это даже мне не очень красиво и не очень мне подходит, но я модна. Модно – это то, что красиво. Вот. Когда ты смотришь на женщину, ты не думаешь, этот купальник супермодный или не супермодный, а смотришь, как это выглядит, как образ вообще сложен, как это выглядит. Поэтому вот как-то насчет завышенной талии, да, это модно, это в тренде, но мое вот отношение к этим купальникам, ну, негативно. Ну, врешті, пані Лілі, ви вже неодноразово сьогодні зазначили з приводу того, що купальник повинен підходити під тип фігури. Давайте тоді далі трошечки будемо розвивати цю тему, зокрема, там тип фігури пісочний годинник, груша, давайте, розповідайте.
Ну, я бы не стала в этом углубляться, там груша или песочный годинок. Просто на самом деле у всех есть свои особенности в фигуре. И купальный костюм должен быть подобран в соответствии с этими особенностями. Где нужно скрыть, мы скрываем. Где можно открыть, мы открываем. И опять-таки, я не люблю агрессивно-сексуальные вот, наряды. Мне нравится все-таки, какая бы совершенная ни была фигура у ее обладательницы, должна быть загадка, должна быть присутствовать элегантность в образе. Вот. Ну, это лично мое мнение, и в принципе в моих коллекциях это все прослеживается. Якщо говорити про декор купальників, то певний час були, можливо так сказати, в тренді. Це великі броші, потім бачили і бахрому, і знову ж таки сіточку, і різні застібки, блискавки. Що сьогодні? Сейчас модне і бахрома, і сутажні резинки. Бахрома от появилась в моду в 2014 году, начала входить. В основному использовалася на верхній части купальника. Сейчас она трансформировалась и уже украшает и бедра, и даже где-то на некоторых купальниках мы видим, что и плечи. Вот, она очень актуальна в этом сезоне. А также вот сутажные ремешки. Вот, тоже вот будем смотреть, просматривать фотографии. Так, что они подготовят, мы вам скажем. Да, вот, анималистические принты. Вот, то есть вот сейчас достаточно разнообразная мода. Нельзя сказать, что вот модно только, модные только такие купальники и все. Вот, поэтому на самом деле выбор велик, есть что подобрать. Ну, власне, ми говорили вже за суцільні моделі, але ж таки я розумію, що пляжний варіант суцільної моделі – це не зовсім та модель, яку ми можемо бачити, наприклад, в басейнах спортивна. Це з різноманітними цікавими вирізами, так? Це допустимо? Да, на самом деле, ну, в бассейне эта мода больше там спортивная мода. Хотя сейчас, вот, кстати, тоже очень актуальны спортивные купальники не только в бассейне, а вот и на пляже тоже. Вот, да, вырезы, шлеечки, оборочки – это все, что сейчас очень ценится. И, кстати, я думаю, вы обратили внимание, что вот сейчас тренд на более закрытые купальники, нежели это было вот, там, лет, наверное, 5 назад, когда вот купальник состоял из там, две тряпочки. Вот, поэтому, не знаю, мне очень нравится то, что сейчас модно, кроме вот завышенной талии. Настю, ну что ж, наговорилися, дізналися, чоловіки, мужчины, настав наш час. Всі, хто мають шорти з пальмочками, з квіточками, зараз ми дізнаємося, чи круто буде це носити. Настав тепер наш час. Що порадите чоловікам? Власне, тут все набагато простіше, стриманіше. Ось правда, лежать, скажімо, десь хороші шорти, купив там з якимись такі яскраві в них. І ви зазначили, що головне, щоб було комфортно, зручно. Як щодо чоловічої моди пляжної цьогоріч? Що скажете? Мужская мода, опять-таки, функциональность и эстетическая составляющая, это должно быть в первую очередь удобно и не вульгарно. Mm-hmm. То есть комфортно, естественно, это не должны быть там шорты ниже колена, вот, как некоторые одевают, либо слишком открытые короткие шорты. То есть достаточно скромные, ну, скажем, по цветам и по рисункам, по принтам, это все возможные яркие оттенки. Mm-hmm. Так, ось щодо кольорів, це якщо ми говоримо за шорти, якщо говорити вже за, ну, зрозуміло, що від таких закритих у нас немає купальників, теж, я думаю, що в кольорах не досить вибагливі чоловіки. Ну, на самом деле мужчины меньше внимания уделяют вот, моде, особенно пляжной моде. Вот, тут больше, конечно, изощряются девушки. Вот, поэтому от мужчин... Человеки насолоджуются. Да, мужчины, скажем так, больше они опираются не на то, что модно, а то, что им вот, нравится. Какой цвет им нравится, вот они такого цвета и покупают. А разнообразие, скажем так, запрета в цветах, ну, вот, нет никакого. Хлопцы, мужчины, дивіться, як нам класно. Дістаємо свої шорти улюблені. Якщо вони вам подобаються, вони багатофункціональні, можна щось покласти. Одягаємо, йдемо на пляж. Дівчата. Ми будемо продовжувати. Дивіться, знову ж таки, за суцільні купальники. Зараз в тренді суцільні купальники чорного кольору. Причому деякі дизайнери, і наскільки я зрозуміла, вони радять їх одягати навіть на вечірній променад, комбінуючи з іншими деталями гардеробу. Наскільки це доречно? Ну, на самом деле, є така ситуація, що от сейчас уже столько декора на купальниках, что, в принципе, уже купальные костюмы одевают в повседневной жизни, даже на улицу. Поэтому, если, скажем так, это красиво, если это подходит, почему нет? Ну, власне, ви принесли до нас не лише купальники, ми бачимо, що це ще й
Сарафан, сукня, як правильно назвати, як правильно ходити на пляж. Ми ж не підемо відразу в купальнику. Що сьогодні в тренді? Парео, якісь легкі сукні, такі довгі туніки я бачила. Да, вот сейчас модно, если раньше вот были парео, мы все завязывались в парео, сейчас модные пляжные платья. То есть вот, чтобы вот девушка выглядела элегантно и очень нарядно, и на пляже тоже. Вот, поэтому вот я принесла показать, продемонстрировать из моей круизной коллекции вот к купальнику бело-малиновому вот такое вот пляжное платье. Вот, в моей круизной коллекции к каждому купальнику я подбирала пляжные платья. Вот, и мне очень приятно, что... Даже за границей, находясь, мои клиентки друг друга узнают, признают, вот, и прослеживается, скажем так, стиль и образ. Можливо, такий варіант, що купуєш купальник сьогодні, а він прослужить тобі ще там декілька, два, три, чотири роки. Як правильно в такому випадку за ним доглядати? Правильно, опять-таки, я стараюсь делать вещи очень качественно, для того, чтобы действительно можно было носить их не один год. И честно признаюсь, я спокойно стираю даже в стиральной машине свои купальники, и клиентки мои тоже. Ну, а за сколько может прослужить купальник, чи той же купальный костюм, плавка для человека? Сколько? Ну, чтобы не выгорал. Опять-таки, смотря в зависимости от того, конечно, в какой воде купаться, если это вода там хлорированная, то, естественно, ткани могут, конечно, полинять. Вот. Некоторые могут ткани выгореть на солнце. Вот. Не все это можно предугадать, когда ты шьешь это изделие. Поэтому вот в зависимости от обстоятельств, носки. Вот, ну, чтобы это зрозуміло. Дивіться, залишається у нас зовсім мало часу. Давайте на сам кінець 5 головних трендів для тих, хто вже сьогодні або на цих вихідних іде купувати купальник. Як для чоловіків, там, так і для жінок. Так, що для чоловіків. Зручно. Тобі подобається, вдів, пішов, все, головний тренд. Для чоловіків функціонально та естетично, а для жінок це анімалістичні принти, це воротники-холдери, які ми так і не побачили самі. Да. Ну, якщо дівчатки захочуть, вони зможуть побачити самі. Совмісні купальники, купальники з бахромою, з сіткою, вот, і з геометричними різними фігурами, шлеєчками. Пані Ліля, ну що ж, дякуємо вам, що завітали. Я сподіваюся, що для жінок, дівчат, всіх, хто нас дивилися, було надзвичайно цікаво. І для чоловіків ми теж дуже конкретно і дуже результативно поговорили. Я ж нагадаю, що з дизайнером Лілією Маріною говорили про основні тенденції пляжної моди 2016 року.